Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Предлагаю сегодня вместе полистать 7-й каталог и фокус компании Avon, посмотреть самые лучшие акции и предложения и определиться с планом покупок. Давайте начнем с фокуса. Здесь у нас на новинку обложки будет классная акция. Причем цвет туши будет супер стойкая черная и супер стойкая черно-коричневая. Кисточка не силиконовая, но изогнутая. Для тех, кто любит такие кисточки, можно будет воспользоваться скидкой. Если мы покупаем 2-3 средства, то скидка 40%, да, на эту тушь. Хорошая будет цена, кстати. Если 4 и более, то 50%. Так, что же у нас еще дальше? Появляются новинки у нас в линейке Nutra Effect. Это крема, мицеллярки, мицеллярный скраб новый. Я обязательно воспользуюсь этой акцией. При покупке 2 средств скидка 40%, чего и 3 и более тоже 40%, и 6 тоже 40%. Чем больше берем средств, тем больше получается у нас в итоге скидка. Я буду обязательно брать новый мицеллярный скраб, потому что у меня кончился. Еще хочется потестировать кремушек из вот этой линейки. Ну, мы сейчас в каталоге с вами его увидим и обсудим. Так что вот такие классные акции на новинки парфюмов. Это у нас, так, Victory. И вот эти вот три парфюма я вам в прошлом заказике, до заказики по 6-му каталогу показывала вот этот сиреневый. Он классный. Он классный, шипровый, великолепный. У меня его взяла знакомая. Очень довольна. В этом каталоге мы сможем взять эти ароматы со скидкой 50%, если возьмем 2. То есть так 1401, да, у нас по каталогу будет. Со скидкой 50%, если берем 2 штуки, по 700 рублей у нас они выйдут. Это очень выгодно на самом деле. Ароматы достойные, прям вот достойные. Мне очень понравились. Вот у нас новиночки следующего будут 8-го каталога. Это серия InU, согревающий пилинг и максимальное сияние тоник для лица. Девчонки, я буду брать. Буду брать оба обязательно. Я такие средства люблю, и мне очень интересно согревающий пилинг, как это вообще. И мы с вами обязательно все протестируем. Цены нормальный вполне, ну, по фокусу. А в следующем каталоге их, конечно, уже задерут. И я безумно люблю средства с витамином С. Витамин С классно влияет на кожу. Витамин С сам по себе кислота, аскорбиновая. И я его в чистом виде применяю. Мне очень нравится. Так, здесь у нас будет набор пробных образцов, ароматов. Today, Signa, Maxim, Eve. Так, и что еще? И вот этот, по-моему, сиреневый, который мы с вами показывали. Да, вот, вот, вот эти ароматики. Набор пробных образцов за 79 рублей. Это классно для тех, кто занимается продукцией Avon. Это очень здорово, чтобы дать людям попробовать, потестировать аромат. Вот эта коллекция мне, девчонки, вообще не понравилась. И, видите, нам предлагают за 949 рублей взять все три аромата даже. Аж вот так вот они в распродажу у нас встают. И наборчики. Очень интересные наборчики. Набор семейный за 219 рублей. Но здесь нужно учитывать, опять же, что у нас не будет скидки. Консультанта с фокуса скидочки нет. Так, и кисточки 899 рублей у нас будут стоить 6 кисточек. Ну, не знаю, девчонки, я таким предложением навряд ли воспользуюсь. Мне пока устраивают кисти от Faberlic. Классные ходовые ароматы в наборах. У меня вот такой наборчик, кстати, есть. Incandescent обожаю. Ну и пробнички, пробнички наши все. В конце новинки, да, следующего 8-го каталога. Это набор браслетов. Серьги в наборе за 300 рублей, 14 пар, смотрите. Здесь очень много маленьких, я больше люблю серьги, ну, побольше, не совсем огромные на ушах, но гвоздики я не ношу, мне не нравится. И новиночка 8-го каталога, вот такой вот сарафанчик за 1399 рублей. Он у нас будет в каталоге до 56 размера, я думаю, они пока должны все быть, если их в первый день не разберут. Вообще сарафанчик красивый, очень красивый. Здесь, правда, больше полиэстера, но я не спешу такие вещи брать, девчонки, я жду отзывов. А так формат мне нравится. Он идет, смотрите, под грудь, то есть он подойдет и полным девочкам, будет должен, по крайней мере, смотреться достойно. Надо поискать отзывы у трансетеров, да, и посмотреть, как он выглядит. Distillery у нас набор дневной крем и ночной за 1100. Я не слышала пока восхитительных прям таких отзывов на эти крема, что они действительно стоят своих денег, поэтому тоже прохожу мимо таких новинок. Ну и давайте приступим к самому каталогу. Вот у нас новинка тушь, да, она у нас идет по цене. 349 рублей, а если возьмем 2, будет скидка 50%, да, классно. И средство двухфазное Avon Nutra Effects будет за 209 рублей, да, если мы приобретем эту тушь. Вроде я правильно понимаю эту акцию. Новые тени карандаш для век. Пишут, что шок-цена никакая, это не шок-цена, они так и стоят, и стоили. Никакой здесь скидки абсолютно не вижу. Сейчас я вам покажу свой оттенок. У меня в оттенке изысканный беж, девчонки. Вот как он выглядит. 18 часов стойкости. Нам говорят, он действительно мега стойкий. Точилка у него здесь в конце. Вот как она выглядит, чтобы заостренный кончик был. Но я пока ей не пользовалась, нет необходимости, потому что для прорисовки века и такая толщина нормальная. Вот он, изысканный беж.
Смотрите, сколько здесь продукта. Грифель довольно толстый, тени стойкие. Они невесомые, помимо всего прочего, на вашем веке. То есть их не ощущаем. Оттеночек, девчонки, такой, вы знаете, пыльно-серо-коричневый. Без рыжины. И на веки смотрится очень достойно. Я уже писала вам в сообществе, в Инстаграм пост сделала. Они не смываются обычной мицелляркой и обычными гелями. Они требуют либо двухфаски, либо гидрофильного масла. Их очень тяжело стереть. Они сейчас схватились, и все. И капец. Даже с руки, я помню, с мочалкой стирала. Так что имейте это в виду. Если заказываете такие тени, значит, у вас должно быть средство для снятия стойкого макияжа. Так, поехали дальше. За 299 рублей будет жидкая помада для губ. Суперстойкость. Мне нравится эта помада. Мне ее присылали, по-моему, по легкому старту, или как у нас стартовая программа называется, в таком светлом оттенке, очень который губы выбелял. А сама по себе текстура и стойкость мне нравится. Но помад пока завались. Звезды, девчонки, кто не успел потратить звезды, тратим их в седьмом каталоге. Не забываем об этом. В личном кабинете на сайте у нас есть раздел «Мои программы», туда заходим, и там будет эта программа, где мы сможем посмотреть коды на все товары, которые мы можем приобрести за звезды и за какое количество звезд. Я в прошлом заказе брала мужскую туалетную воду мужу, и, по-моему, я потратила все. Был у меня приз-сюрприз, была у меня туалетная водичка. И вот опять снова новиночки парфюма. Классная акция «Любой аромат по цене 329 рублей при покупке с определенных страниц». Мне нравится очень аромат вот этот Espir. Пробладку не очень люблю. Много любителей у мужского Individual Blue. Много любителей у Pure. Так что, в принципе, акция хорошая, но обращаем внимание, что нам нужно с определенных страниц купить на 449 рублей, чтобы она сработала. На последнем шаге будем проверять. Очки, девчонки, вот такие. Вот такие очки хочу заказать. И они у нас будут по 400 рублей при покупке тоже с определенных страниц на 450 рублей. У меня много черных, у меня много в темной оправе, в металлической, но вот таких нет. Красивые очки, вот хочу. Правда, видела обзор, кривоватые они тоже приходили, но фаберликовские очки я исправила. Надеюсь, если эти придут кривые, исправлю их тоже. Меня именно вот эти вот очочки заинтересовали в бежевой оправе, поэтому буду брать их. Появляются, наконец-то, лосьончики у нас. Это парфюмированный спрей для тела, точнее, с любимыми ароматами. Я, скорее всего, возьму себе Incandescence, потому что обожаю его и Сечериш, и Персив. Они редко бывают в каталогах, и, по-моему, насколько я знаю, появляются к лету, поэтому будем, девчонки, затариваться, запасаться. И вот опять эти новые ароматы. По 1750 рублей, да, они у нас будут стоить, если мы возьмем два. Новинка. Смотрите, туалетная вода для него в объеме 10 мл. Появляется у нас Максим в таком объеме, я не видела раньше. В общем, можно взять, потестировать, но как-то прям за 10 мл очень дороговато. Они у нас обычно бывают по распродаже гораздо дешевле. 399 рублей специальная цена при покупке набора. Любой мужской плюс любой женский. То есть они обойдутся за 200 рублей, малышка. У нас за 200 с чем-то рублей в Avon можно взять, да, и 30 мл объем, поэтому дороговато. Но здесь, конечно, не из дешевых представлены ароматы, но тем не менее. Классная акция на хиты эйвонской парфюмерии. 600 рублей будет стоить каждый при покупке двух. Здесь мой любимый Incandescence, Faraway Gold, классический, да, по-моему? Gold, если я не ошибаюсь. Little Black Dress классический. Нет, фото классический, а вот Gold, да? Persif, Incandescence Lotus. Ну, классные ароматы. И, в принципе, давно на них не было скидки, девчонки. Поэтому цена хорошая. Хотя в прошлом каталоге по фокусу я брала Incandescence за 499 рублей, если купишь два. Поэтому 600 рублей тоже дороговато, конечно. Новинка появляется в огромном объеме за шикарную цену, девчонки. 469 рублей за 100 мл. Цветочно-фруктовый аромат. Страничка пахнет, благо, и можно ощутить его. Вы знаете, и в принципе ничего. Ничего такой ароматик. Я не думаю, что он будет сильно стойким, но мне понравился. Запах прикольный. На Имари будет классная скидка. Я знаю, многие девочки тоже любят эту туалетную водичку, но правда только на Имари Фэнтези. Я знаю, поклонников много именно у Корсет. Новинка, которая в прошлом каталоге тоже у нас была по фокусу спецпредложению. Мне, девчонки, не очень понравилось. Аромат красивый, но я вот на мужчине на своем его не представляю. Я больше представляю его на женщине, если честно. А так интересный очень аромат. И он у нас был дешево в шестом каталоге. В седьмом уже, смотрите, какая цена. Цена возрастает. Ну, мужские парфюмы. Хорошая акция. 399 рублей при покупке двух. Я брала вот этот Wild Country мужу за звезды. И он обошелся 3 звезды плюс 250 рублей.
И, в принципе, аромат понравился, да, классно, есть кожаные какие-то нотки, такой, ну, хороший, мне понравился. Маск, знаю, много любителей, у Пульса есть любители, так что акция тоже приятная. Снова сиреневый всеми любимый Ксириас будет всего лишь за 300 рублей. Новинка мужская. Это у нас шампунь плюс гель для душа «Кактусовый перевал» в объеме 250 мл. Будет стоить 100 рублей. Очень интересно. Возможно, и приобрету, потому что даже не представляю, как пахнет кактус. Очень интересно. Губная помада «Матовое превосходство. Невесомость» будет по вкусной цене. 229 рублей. Мне нравится эта помадка. У меня есть оттеночек, девчонки. Сейчас скажу, какой. Так. Мне кажется, из представленных здесь его нету. А нету. Того, который у меня нету. Помада классная, мне нравится очень. Она довольно стойкая, красиво смотрится. Поэтому за такую цену, да. Девчонки, хотела у вас спросить по поводу вот этих вот лайнеров. Как они вам, стойкие и не стойкие? Я брала тату-эффект вот этот. Ну, так его и выкинула, потому что цвет был вообще не ахти. Хотя мега стойкий, мне просто не подошел цвет какой-то. Здесь вот нет никаких нюдовых, все очень яркие. И не угадаешь с оттенком абсолютно. Как вам вот эти вот лайнеры, девчонки, кто брал, напишите, пожалуйста, есть ли смысл брать их, да, за 240 рублей. Помада «Взрыв цвета» у нас будет, такие яркие оттеночки, сочные прям здесь. По хорошей цене. Я не брала ни разу «Взрыв цвета», ничего вам сказать не могу. Блески вот эти не брала, я правильно сделала. У кого в обзорах, девчонки, не видела, никому не нравится. Липкие какие-то, странные, знаете, такие из советских времен в школе такими пользовались, да. Ну, кто любит, конечно, осуждать не будем. Кто любит, тому пожалуйста. А так вообще говорят, что, ну, просто ни о чем. Классная будет акция на масочке. Я вам сейчас расскажу, какие у меня из этих в любимчиках. Конечно же, я буду брать маску-пленку для лица с экстрактом черной икры, потому что она у меня уже заканчивается. Всегда она у меня лежит в запасике. Я обожаю ее, девчонки. Она здорово, ну, как сказать, не пилингует, а отшелушивает мертвые частички. Кожа после нее обновленная, гладенькая. Мне очень она нравится. А я не брала никогда райское увлажнение с маслом оливы. Возможно, возьму и ее. Тонизирующая гармония, охлаждающая с экстрактом моренги. По-моему, у меня тоже такой не было. У меня русская баня, мне девчонки советовали охлаждающую, а она мне не охлаждает, не буду никогда брать. Превосходное очищение, глиняная серая маска, которая засыхает в корку, пока такими пользоваться не хочу. Моря Греции, разглаживающая маска-пленку, тоже не брала. Надо взять, конечно, на затест. Нет, как не брала? Брала с экстрактом водорослей, там прям частички водорослей. Брала, тоже классно, но мне больше нравится черная. И глубокое очищение у меня тоже было, ну так себе. Арктическая брусника, антиоксидантно охлаждающая, не брала, девчонки. Поэтому, наверное, буду восполнять пробелы и брать маски, те, которые не брала, но обязательно свою маску-пленку. Предложение хорошее. Но опять, смотрите, масочка каждая пройдет при покупке с определенных страниц. Интересно, конечно, Avon делает акции. Это все придется отслеживать. На последней стадии заказа прошли, не прошли, какие прошли. Сплэш-маска за 349, без скидочки. Не вижу смысла ее брать, а так неплохая, как тонер. Крема. У меня сейчас дневной крем заряда энергии совершенства. Мы с вами его в отдельном видео протестировали. Можете посмотреть отзыв, прикреплю вам. Ночной еще не пробовала, не брала. Так, что у нас интересного? Нам еще индю приготовила. Но вот эти вот ампулы, девчонки, что-то как-то вот отзываются, все почти что эффекта нет. Маска красивая, вот эта безумно красивая, золотая, все супер. Но мне она нравится гораздо меньше, чем маска-пленка с икрой, поэтому я ее больше не буду брать. Прекрасные средства с SPF 50, матирующий крем. Они оба матирующие, девчонки. Но один у нас идет с тональным эффектом, другой обычный. Кто брал, расскажите, пожалуйста. Я тем летом не брала, мне очень интересно. Потому что хочу пользоваться SPF плотно, чтобы защищать нашу кожу от вредных воздействий. Маску восстановления защиты ночную не люблю, потому что утяжеляет жирную кожу. Девчонки, у кого жирная, поаккуратней. И мне она забивала поры. Корейские продукты. Сейчас, девчонки, заканчиваю вот эту вот масочку с гранатом. И пилинг. По 199 рублей у нас будут. За 199, в принципе, можно опять при покупке с определенных страниц, девчонки. Маска, ну, как-то так себе. Она, знаете, больше такая вот, но она и есть очищающая. Она застывает тоже на лице вашем в корку. Тяжело смывается, но нормальная. Нормальная. Никакого эффекта вау, но и ничего плохого про нее сказать не могу. А пилинг действительно крутой. Пилинг с каточкой очень приятный. Очень здорово вычищает лицо. Лицо потом чистое, гладенькое. Поры вычищает. Но здесь где-то, девчонки, у меня 4 применения. На 5, наверное, я растянула и то. Потому что вот эти вот сашеточки, они очень худенькие. Они практически плоские. Там очень мало продукта. Если вы основательно захотите воспользоваться, то, наверное, вот такой упаковки хватит раза на 3. Появляются в каталоге купальники уже к лету, и цены такие, скажем таки, небюджетные. Ну,
Мне, допустим, у этого не нравится фасон. А так можно было, конечно, что-то себе присмотреть. Вот это платьице, уже много на него обзоров у трендсеттеров. Немножко странная длина. Мне хотелось бы, чтобы оно было подлиннее. Мне кажется, это на девочку вот с маленьким ростом тогда будет более-менее смотреться. А так очень красивая блузочка из 100% хлопка появляется, да, и здесь размеры у нас только до 50 за 1600 рублей. Это 100% хлопок, она абсолютно не тянется, поэтому, мне кажется, она будет либо в размер, либо надо брать на размер больше, чтобы она смотрелась достойно, да. Уже много есть на эту кофточку обзоров у трансеттеров. Вообще классная, классная вещь, я прям даже вот глаз положила. Платье вот это, девчонки говорят, несуразное какое-то за 1800. У кого спереди длиннее, чем сзади, у кого сзади длиннее, чем спереди. А по бокам швов прошито неправильно, некорректно, так что вот эта плиссировка смотрится несуразно. Оно очень плохо пошито, говорят девочки. Сколько я видела, смотрела отзывов, на него один только негатив. Появляются вот такие интересные мерцающие браслетики, которые похожи на резинки для волос. И вот такие брошечки красивые. Да? Много бижутерии новой, много очень красивой, достойной. Слава богу, есть выбор, есть где разгуляться. Я вам в прошлом заказе показывала обзор на вот такой браслетик, только в таком сиреневом цвете, с подвесочкой я брала, да, мне очень нравится, рука к нему прям так и тянется поносить. Вот эту сумку я вам тоже показывала в зеленом цвете. В этом каталоге они представлены в таких трех цветах. И, насколько я знаю, их до сих пор нет на складе. Может быть, и завезут, границы откроются, да, из Китая они к нам приедут вновь. Айдан, сумка. Ничего с ней не случилось, не заносилось, нигде не потрескалось. Вообще великолепная сумочка, мне очень понравилась. Телефон, ключики положить, даже кошелек влезет, если не сильно большой. Сплошное удобство. Смотрите, девчонки, для любителей розовой воды и кашемира, розового букета, у нас сейчас и в аутлете, у меня, к сожалению, его сейчас нет, куда-то потерялся, и в каталоге даже по распродаже идет водичка. Вот это потому, что я знаю, что многие любят этот аромат и жалеют, что он пропал. Сейчас есть время запастись им. Я не являюсь его поклонником, мне больше нравится голубой, но розовый, судя по всему, выводят. Уход за волосами. Объем 700 мл с маслом органи и всесторонний уход для всех типов волос питательный. Будет 39 рублей. Хорошая цена. Мне не очень подходят эти шампуни, я вам уже говорила, потому что чешется голова от них. Но сыворотки я люблю, и у меня уже заканчивается. Возможно, в этом каталоге или подожду, когда будет скидочка, я возьму себе какую-нибудь обязательно сыворотку попробовать. Они божественные, и прям вот не могу ни с чем их сравнить. Мне очень они нравятся. Любой шампунь для волос, девчонки, по 139 рублей у нас будет. Любой шампунь и бальзам. На краску вообще, по-моему, скидок не бывает. Вот я все жду, жду, и не бывает. Но мне сейчас уже здесь ни один оттенок, наверное, не подойдет. Если только красное дерево классический, но он у нас в глубине 6. 6, в принципе, нет. Но нормальная глубина. Есть еще и 5,65. Кстати, может быть, я и возьму себе красочку. Если не в этом, то в следующем каталоге. Поизучаю отзывы, поищу на эти оттеночки в интернете. Если меня устроит, конечно, буду брать. А в этом каталоге у нас на лосьончике Encanto будет хорошая акция и крем для рук. 259 рублей лосьончик, 109 рублей крем для рук. Это хорошая цена. На серию Encanto в последнее время хотя бы делают нам скидочки. Мне понравилась очень вот эта масочка моей соседки. Она действительно увлажняет хорошо кожу. Могу посоветовать вот ее смелой обладательницам и сухой, и жирной кожи. Жирную не утяжеляет. Маска достойная, хорошая, понравилась. Прям рекомендую от души. Бритвенные станки по 299 рублей, цена хорошая. Я, девчонки, себе в прошлый заказ прикупила такие. И что вам могу сказать, станки хорошие, мне понравилось. Никаких неприятных ощущений, раздражений не ощутила. Очень достойные станочки, поэтому почему бы и да. Новинка, моделирующая маска для тела. Нанеси на проблемные зоны, помассируй, не требует смывания. Очень интересный продукт, как она будет моделировать. Надо поизучать состав, посмотреть. Здесь у нас 200 мл за 400 рублей. Подтянутая кожа уже через 2 недели, девчонки. Представляете? Просто за 400 рублей вы покупаете себе новую кожу. Дезодоранты новинки. Обратите внимание, девчонки, 220 рублей и 199. Они у нас малышки, совсем маленькие. Вот такие, 75 мл. Детская линейка снова в каталогах появляется. Мы очень ее любим. Я обожаю прям аромат туалетной воды Frozen. Если кому-то на подарок идете на день рождения, прям закажите, не пожалеете, соберите набор этой косметики. Она пахнет восхитительно. Появляется в каталоге большое количество солнцезащитных средств, в том числе из линейки Avon Care Sun. Здесь у нас солнцезащитный увлажняющий лосьон для лица SPF 30, высокая степень защиты. И прям вот целый арсенал, выбирай не хочу, 50 и 30. Это самое то. И, естественно, для усиления загара, да, антизагар и ухаживающий лосьон автозагар для лица и тела с тропическим ароматом. У меня, девчонки, вот такой.
И у меня мусс автозагар. Вот такой это легкий-легкий придает оттеночек. Мусс автозагар прям с одного раза становишься шоколадкой. Девчонки хвалили увлажняющее масло спрей для усиления загара. Если мы все-таки этим летом будем где-то загорать, я, конечно, закажу его себе обязательно. И средства защитные после загара, они тоже нужны, потому что у меня, допустим, семья сгорает моментально, я нет, а мои дорогие бледнокожие, они прям сгорают на ура. Гели для душа, пена для ванны по вкусной цене. Вот эти средства, я пробовала увлажняющую сыворотку для ног, она у меня еще стоит. Знаете, такой легенький продукт, но все равно увлажняет, неплохой. Дейзики по 89 шариковые, ну хотя бы по 89 при покупке двух. Сработает цена. И опять собери свой набор. Здесь три продукта за 299 рублей. Ну что тут можно, девчонки, взять? Я не знаю, я бы, наверное, три геля для души только взяла, потому что, ну, не знаю, больше ничего. Честно, шампунь мне не подходит. И вот в самом конце у нас обновленная серия Avon Nutri Effect. Увлажняющий дневной крем с тональным эффектом SPF 20. Класс. BB-крем. Просто кремушек дневной увлажняющий, они все у нас идут с SPF 20, только BB с 15. Питательная линеечка, крем для лица питательнее. Антивозрастная линеечка, ночной гель для лица, дневной с SPF 30. Потом двухфазное средство, спрей вуаль для лица, девчонки, летом вообще это актуально. И мультиочищающее средство. И вот то, что я хочу. То, что хочу. Да, скидка у нас будет 40% на все эти средства. Я хочу попробовать вот этот матирующий крем дневной. Очень хочу. В запас возьму себе мицеллярный скраб для лица. В прошлой своей жизни он мне очень нравился. Потрясающе просто. Мицеллярный гель для умывания. Тоже вещь нужна. В общем, буду смотреть. Обязательно возьму крем вот этот потестировать. BB-крем и матирующий. Ну, не знаю. У меня есть сейчас из нее розовый. Мне его хватит на лето точно. И возьму обязательно мицеллярный скраб. Посмотрю, может, что-то еще. Мицеллярная водичка смягчающая у нас, девчонки, будет по шок цене. Надо запасаться. 400 мл. Мне прошлой мицеллярной воды, только зеленая, да, она была в зеленом исполнении, такая зеленой надписью. Я до сих пор ее добиваю, и мне кажется, 400 мл на полгода хватает. И смягчающая маленькая мицеллярная водичка такая же у нас будет стоить 160 рублей, да. Поэтому есть смысл взять большую, это очень выгодно, это очень дешево. Она, конечно, пощипывает слегка глазки, но она довольно комфортно, без эффекта панды, удаляет макияж. Ну вот и все, мои хорошие. На этом мы с вами будем видео заканчивать. Если обзор вам понравился и был полезен, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.